Послушай. То, что Крюк сказал сейчас про наши вещи, это правда? А что ты ищешь? Я подумал, может, заедем в замок моего отца по пути к королеве. Нил, я знаю, как тебе больно, но... Румпельштильскина больше нет. Может быть. А может и нет. А если он жив, может быть, он сможет вернуть меня к Эмми. Нил, это невозможно. Ценой нашего возвращения была полная изоляция. Порталов больше нет. Это наш мир навеки. Нельзя попасть в другой без нового проклятия. Надо жить дальше. Теперь это наш дом. Я знаю, ты скучаешь по ним, и мы тоже. Но даже если был бы способ попасть к ним, они бы нас не помнили. Лучшее, что мы можем сделать для Эммы и Генри, единственное, что мы можем, жить без них, зная, что мы дали им лучший шанс.